Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня у нас в гостях необычная Bluetooth-колонка. Можно даже сказать, такой Bluetooth-сабвуфер, который работает в том числе от солнечной батареи, которая расположена у него сверху. Значит, устройство оснащено встроенной батарейкой. Также имеется динамик, непосредственно из которого воспроизводится звук. Сверху сделана удобная ручка, за которую девайс можно взять. Можно ее вот так вот гнуть. Она будто бы стилизована под такой шлем и наушники, эта колонка. Давайте поближе посмотрим. Вот тут вот снизу у нас динамик, элементы управления, кнопка громкости и включения, она нажимается. Также гнездо для зарядки microUSB. Вот. Сверху мы видим солнечную батарею. Сейчас вот этот индикатор Sun Power горит зеленым светом. Как только мы закроем солнечную батарею, он, видите, начинает прерывисто моргать. Это значит, что солнца становится недостаточно для того, чтобы его заряжать. Как только мы убираем руку, он работает от солнца, в течение 10 часов он полностью заряжается от солнца, ну и, соответственно, может работать от солнца на протяжении довольно долгого времени. Вот. То есть это идеальное устройство, оно обладает классом водозащиты, то есть оно не боится брызг, то есть его можно поставить использовать здесь. Пыль, брызги, для него это не страшно. Конечно, окунать его не стоит, вот, но брызгаться рядом с ним никакой опасности не представляет. Также, если вам вдруг поступит звонок, он запищит и загорится вот эта лампочка. Вы сможете прерваться на телефонный разговор и продолжить прослушивание музыки. Ну, давайте, наконец, уже опробуем его в действии. Он играет, ну, на наш взгляд, очень прилично. Музыка очень качественная. Никаких хрипов, даже на самой максимальной громкости. Я сейчас со смартфона вот включаю. Вот максимальная громкость, вибрирует песок. В общем-то, он может связываться с любым Bluetooth-устройством, поддерживающим звуковой профиль, а также профиль гарнитура. Очень удобно в путешествиях. Опять же, солнце, вода, пыль. Солнце ему полезно, а вода и пыль не страшны, поскольку он обладает специальным классом водозащиты. В путешествиях идеально. Легкий, красивый, стильный. Мы сами пользуемся, как вы видите, активно этим устройством.
Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Заходите на наш сайт беспроводное.ру. Новинки и необычные беспроводные, а также просто аудио-видео гаджеты. Всегда будут перед вашим взором. Спасибо за внимание. Хорошего отдыха.